Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы будем заниматься предсказаниями игрового будущего. То есть тыкать пальцем в небо и гадать на кофейной гуще. А заодно поговорим о том, что такое игровые метавселенные, и почему это вот то самое место, в которое катится вся игровая индустрия. Усаживайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками, и поехали разбираться, что и как. Но сначала небольшая рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня рюкзак от XD Design. Про эти рюкзаки я вам уже не раз рассказывал. Главная их фишка — защита от краж. Рюкзаки сделаны из прочного материала, который даже бритвой просто так не разрежешь. Плюс оборудованы скрытыми карманами в неочевидных местах. Собственно, компания выпустила новую модель Flex Gym. Это рюкзак-трансформер. В обычном состоянии он компактный — 16 литров, то есть стандартный такой городской рюкзачок. Но в наружном кармане спрятано дополнительное отделение на 8 литров. Открываете карман, вытягиваете отделение, крепите его двумя фастексами, и получается рюкзак уже на 24 литра. XD Design позиционирует Flex Gym как спортивный рюкзак, там в духе, если не хватает стандартного объема, вытаскиваете карман, кладете туда одежду и обувь и топаете в зал. Ничего не промокнет, не провоняет, типа удобно. Но я в спортзал не хожу, при этом рюкзак тестировал почти месяц, и могу сказать, что это отделение полезно и без всякого фитнеса. Надо вам взять с собой, допустим, побольше вещей. Раскрыли карман и напихали туда всякого. Особенно удобно в магазинах. Там гуляете с компактным рюкзаком, который не сильно выпирает на спине, а когда надо что-то купить, запихиваете все в дополнительное отделение. Собственно, я рюкзак именно так и использую. Помимо кармана, в Flex Gym есть все основные фишки рюкзака XD. На спине потайной карман с RFID-защитой, то есть через него никто не считает данные пластиковых карт. Внутри есть отделение для ноута на 15,6 дюйма, плюс большой органайзер, сетчатый карман на молнии и большое отделение со стороны спины, тоже на молнии. Ну и традиционная USB-зарядка. Подключаете к ней пауэрбанк, а телефон можете заряжать снаружи. USB выведен на левую лямку по специальной такой тканевой защитой. Ну и по эргономике ношения все отлично. Лямки анатомически изогнуты, пена на спине очень мягкая, ничего не натирает. И футболки, кстати, тоже остаются целыми. Вот наверняка знаете, что если сетка на спине жесткая, на футболку часто образуются такие катышки. Тут ничего такого не происходит. Плюс есть углубление для вентиляции. Сидит Flex Gym очень удобно, сравнимо с небольшими туристическими рюкзаками. Так что если нужен качественный городской рюкзак, смело переходите по ссылочке в описании. Сейчас у XD Design идут сезонные скидки, а по промокоду Макаренков можно сбросить цену еще на 20%. Промокод работает ровно 2 недели. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Прогнозирование будущего — это самое сложное, что может быть в любой поливакториальной среде. Там на чем люди будут ездить через 100 лет, а может быть ездить вообще не будут и будут только летать. На что будет способна медицина, какой ресурс на планете будет самым важным, можно предполагать, но никто не может дать точного ответа. Потому что, чтобы спрогнозировать будущее достаточно точно, нам нужно хотя бы знать все составляющие системы, их баланс и способы взаимодействия друг с другом. Проблема в том, что некоторые компоненты, которые выстрелят в будущем, находятся в зачаточном состоянии, либо вообще еще не придуманы. Но уж когда они появятся, то окажут очень серьезное влияние на всю систему в целом. Игровая индустрия — среда крайне поливакториальная. Никто не предсказывал, что в какой-то момент выстрелит моба. Никто не предугадал бума батл-роялей, пока он не начался. Но есть процессы, которые можно предсказать заранее, потому что они развиваются относительно медленно по нарастающей. И можно немножечко считерить. Выскочить вот прям как чертик из табакерки, когда тренд уже определился, но еще мало кто его заметил, и сказать: «О, смотрите, смотрите, я предсказываю, предрекаю, что утром зайдет солнце, ночью будет темно, а в играх скоро станет в разы больше микротранзакций». Award goes to... Oh, man, I have to pay a microtransaction to unlock. Именно так многие аналитики предсказали, например, нашествие сессионок, игр-сервисов и мобилок. Потому что у всех предсказателей были перед глазами четкие маркеры. Основная масса людей еще не обратила на них внимания, а аналитики видели цифры, потому что они постоянно с ними работают, и заранее сказали: скоро таких игр будет очень много. А видели они, во-первых, время, которое люди начали проводить в похожих проектах, и объем денег, которые люди в них оставляли. А если ты видишь что-то, что заманивает людей надолго и потрошит их кошельки, то можно не сомневаться, очень скоро в этом направлении поползут все участники рынка. Главное — смотреть в нужную сторону и замечать, куда начали перетекать люди и содержимое их кредиток. Это как вот прорыв дамбы. Сначала чуть-чуть прогибается, потом начинает струиться ручеек, потом несколько, а потом хренакс, и весь поток начинает шарашить в новом направлении. Вот прямо сейчас можете поставить видео на паузу и прикинуть, в каком направлении двинется игровая индустрия в ближайшие годы и как изменится там, скажем, лет за 10. Только вот не в мелочах, а именно масштабно.
То есть давайте учитывать только события по масштабу не ниже популярности Battle Royale и завала сессионных с донатом. Если есть интересные версии, смело пишите в комментариях. А теперь давайте посмотрим на один из очень вероятных вариантов, с конкретными примерами и фактами. Итак, с большой вероятностью в ближайшие годы нас ждет бурный расцвет игровых метавселенных. Что еще за метавселенные? Это термин, который в последние пару лет начал использоваться все чаще и среди разработчиков стал настолько же популярным, как, скажем, сессионки и все те же Battle Royale. Определений метавселенной довольно много, но есть такой IT-инвестор Мэтью Боу, и он описал 7 основных составляющих любой игровой метавселенной. И этим определением стали пользоваться многие разработчики. По определению Боула, игра метавселенная, во-первых, никогда не заканчивается и не ребутится. Во-вторых, у нее нет ограничения на число игроков. То есть к миру такой игры можно подключить любое число геймеров. В-третьих, проект должен быть кроссплатформенным. То есть где бы его ни запустили, то, что вы там сделаете, случится и на других платформах. В-четвертых, в метавселенной у всех ее участников должна быть возможность создавать для нее контент. В-пятых, должна быть полностью самостоятельная экономика. То есть контент можно свободно продавать и покупать. Шестой момент, у метавселенной должна быть плотная связь с реальным миром. Через ивенты, сходки фанатов, мерч или любым другим способом. И, наконец, седьмой пункт такой, очень расплывчатый. Метавселенная должна быть отражением реальной жизни. То есть принципы ее работы должны быть схожи с теми, что мы видим в окружающем нас мире. И, думаю, вы уже поняли, какие игры и околоигровые проекты подходят под вот такое комплексное определение. В первую очередь, это глобальные песочницы, Minecraft, Roblox, Dreams, VRChat и менее известные там Play Together, Sensorium. Насчитать можно там многие десятки. Что-то давно запущено, а что-то только разрабатывается. Второй уровень — это децентрализованные платформы на основе блокчейна. Decentraland, CryptoVoxels и вот похожие на них. И третьим уровнем иногда называют просто массовые онлайновые игры, которые активно интегрируются друг с другом. То есть, условно, иногда метавселенными еще называют Fortnite и, например, GTA Online. Вот просто потому, что там появляются персонажи и объекты из других игр, и тем самым как бы способствуют слиянию игровых миров. Но это уже такое, натягивание совы на глобус. Это все-таки пока просто онлайн-игры, у которых есть некоторые признаки метавселенных. Собственно, возникает логичный вопрос, а какого фига всякие Роблоксы и Майнкрафты должны стать будущим игр? Как бы они существуют давно. Что-то умирает, что-то живет десятилетиями. Про какие-нибудь Second Life, Entropy Universe, Social Town, Active Worlds и им подобные слышали многие, но вот как-то мир-то они не захватывают. Так и есть. Метавселенные давно с нами, и захват мира происходит очень и очень постепенно. Причем с переменным успехом. Но если посмотреть на цифры, то они прямо впечатляют. У Roblox свыше 200 миллионов пользователей в месяц, а тех, кто заходит хотя бы раз в 2 месяца, уже более 300 миллионов. Компания оценивается в 45 миллиардов, и она выплачивает авторам контента десятки миллионов долларов ежемесячно. У Майнкрафта 150 миллионов игроков, какой-нибудь Decentraland, недельный оборот продаж около миллиона долларов. А крупные компании регулярно скупают там куски земли за огромные деньги. Вот помните, в Second Life когда-то вот такой же ажиотаж творился. Но потом потихонечку спал. Но если суммировать операции во всех таких мирах, то годовой оборот составляет миллиарды. На их долю приходится изрядный процент годового дохода игровой индустрии в целом. Но даже не это главное. Главное то, что время, которое среднестатистический игрок проводит в таких играх, и то, сколько денег он там оставляет, иногда в несколько раз превышает аналогичные показатели в более классических играх. Авторы косметики в Контре, Warzone, Assassin's Creed, Battlefield, Warcraft смотрят на все это и завидуют лютой завистью. Потому что вот как же так? Мы вроде бы так стараемся, рисуем всю эту мишуру, а зарабатываем все равно меньше. И я бы, наверное, не говорил о том, что метавселенные захватят мир, если бы на них не стали все активнее обращать внимание уже разработчики значительно более серьезных игр. И они просто движутся в этом направлении, вот просто навскидку. Помните новость о том, что Ubisoft собирается отказаться от ежегодного выпуска Assassin's Creed и создать единый мультиигровой хаб, объединяющий разные игровые эпохи? Вот, это как раз оно. И Battlefield Portal, где каждый сможет создавать режимы на свой вкус, это тоже почти оно. И все вот эти вот виртуальные концерты популярных музыкантов в Fortnite, за которые исполнители получают десятки миллионов долларов, это тоже шаг в сторону метавселенных. Но еще и в Microsoft Flight Simulator похожая система есть. Крупные издатели и разработчики начали понимать, что вот просто игровым онлайном удержать людей достаточно долго невозможно. Несколько месяцев, иногда несколько лет человек сидит в онлайновых играх, но потом уходит. А воротилам бизнеса недостаточно привязать человека на годы. Они хотят, чтобы люди сидели в их мирах пожизненно. Чтобы они в прямом смысле начали там жить.
Еще было бы круто, если бы люди, даже когда находятся не у экранов компьютеров и смартфонов, не теряли связи с их проектами. Обычные игры с такой задачей не справляются, и на смену им постепенно начинают приходить игровые метавселенные, где геймплей, созданный авторами, будет занимать не так уж много времени. А в остальное время люди должны там общаться, создавать что-то, придумывать, покупать, а самое главное — обрастать связями, которые надежно зафиксируют их внутри проекта и уже никогда не отпустят. Это следующий этап игровой эволюции, на который мы все с вами уже потихонечку выходим. Иногда еще такие игры называют не метавселенными, а играми-платформами, как бы в противовес играм-сервисам. То есть игры-сервисы — это такое что-то более локальное, а игра-платформа — это такое глобальное мега-действие, которое растянуто на десятилетия вперед и которое держит игроков в себе практически всю жизнь. Да, займет это не год и не два, а скорее всего десятилетия, но процесс уже идет полным ходом. Суммарная аудитория игровых метавселенных уже сейчас, по некоторым подсчетам, перевалила за 1 миллиард пользователей. Ну, то есть 1/8 часть населения Земли предпочитает именно вот такую форму времяпровождения. И где-то потихонечку, а где-то прям стремительно, в эту сторону уже движутся крупнейшие разработчики игр. А инвесторы с каждым годом вливают в это направление все больше денег. Значит ли это, что более привычные нам игры вымрут? Разумеется, нет. Но, во-первых, они со временем тоже могут стать частью таких вот метавселенных, а во-вторых, их доля в игровой индустрии может очень сильно сократиться. Потому что метавселенные опасны не только тем, что меняют представление об играх в целом. Они конкурируют с обычными играми за наше с вами время. И в прекрасном мире будущего мы будем играть в какой-нибудь Battlefield 666, где можно покупать режимы, скины, оружие, сделанное другими игроками. В перерывах между батл-роялем, штурмом и Battlefield мобой будем надевать VR-шлемы и посещать виртуальные концерты какого-нибудь Сабатона, просто вот кликнув на соседнюю вкладку. А узнаем мы про него, потому что какой-нибудь бот прямо во время матча шепнет нам про это на ушко, а затем напомнит, что у нас рабочая встреча прямо тут же, на променаде Верданска, добавленного в батлу в рамках коллаборации вселенных. А после рабочей встречи мы прямо тут же пойдем смотреть какое-нибудь новое кино в дополнительном меню, где можно заказать просмотр из крупного онлайн-кинотеатра. И звучит это вроде бы пока как какой-то сюр и дичь, и сами даже можете накидать еще 100 500 вариантов того, что фантасты давно напридумывали, и что вот очень медленно, но таки становится реальностью. А вот хорошо это или плохо, вопрос абсолютно открытый. Собственно, давайте обсуждать в комментариях. Каким вы видите будущее игровых метавселенных, а главное, нужно ли лично вам такое будущее? A whole virtual universe. А сейчас традиционные ответы на самые интересные вопросы и комментарии, которые вы оставили под прошлыми роликами. Точнее, опять будет один вопрос и один ответ, потому что тема глобальная. VFF спрашивает: Алексей, расскажите о применении нейросетей в видеоиграх. В каких современных тайтлах они используются и как? В идеале надо делать полноценный ролик про то, вот как нейросети используются в играх, потому что направлений огромное количество, и в каждом надо приводить конкретные примеры, разбирать тонкости, проблемы и успехи каждой отдельной технологии. Поэтому сейчас давайте вот просто перечислю, скажем так, области, где нейросетки успешно используются. Первое — это проработка искусственного интеллекта и игровых персонажей. И в однопользовательских играх с открытым миром, и в мультиплеерных проектах для обучения ботов. Простой пример. DICE сейчас активно использует нейросеть для того, чтобы боты на карте вели себя похоже на живых игроков. Потому что, напомню, в режиме All Out Warfare боты на картах будут, и разработчики хотят максимально приблизить их поведение к поведению человека. Второе. Нейросети используют для анимирования игровых персонажей. Чтобы не нужно было делать все вручную для каждого героя игры и не пришлось долгие недели сидеть в студиях Motion Capture, нейросетки способны создавать уникальные и реалистичные паттерны движения в неограниченных количествах. В Эдинбургском университете, например, еще несколько лет назад создали фазово-функциональную нейросеть, так называемую PFNN, который хорошо справляется вот как раз с такими задачами. Третье — это графика. Тут разброс очень широкий, от глобальных систем, которые уже становятся массовыми, там речь в первую очередь про DLSS, до локальных систем улучшения графики в конкретной игре. Там мы работу нейросеток даже не замечаем, но она есть. Четвертое — озвучка. Уже сейчас есть нейросетки, которые анализируют голос конкретного человека и умеют ему очень реалистично подражать. Там условно можно взять все ролики с моего YouTube-канала, прогнать через нейросеть, и она сама будет наговаривать текст моим голосом. Подвох вы, конечно, почувствуете, но только местами и не сразу. Опять же, это не какая-то фантазия. Я такие штуки лично видел в работе, и уже сейчас они очень сильно впечатляют.
Кстати, одни из самых передовых нейросеток для озвучки разрабатывают в России. Некоторые актеры озвучения уже сильно волнуются, что скоро останутся без работы. Пятое, такой обобщенный вариант предыдущих пунктов. Просто создание любого контента. Деревьев, камней, погодных условий, NPC. Нейросетки изучают, как выглядит то, что создали люди, и генерируют примерно то же самое, но отличающееся от оригинала. То есть создают разнообразие. Опять же, не всегда такое нужно, но некоторые разработчики подобные механизмы используют. Шестое — это балансировка игр. Нейросетки используются для анализа активности игроков, во-первых, уже в запущенных проектах, ну и во время тестирования. Они агрегируют информацию и наглядно показывают, где игроки заскучали, где им слишком сложно, где наоборот слишком легко, где на локации есть затыки, с которыми большая часть геймеров не может разобраться. Тут вот, правда, нужно оговориться обязательно, для решения подобных задач чаще всего нейросети не нужны, потому что это просто агрегация данных. Но иногда их внедряют, например, для нахождения оптимального пути движения по уровню, чтобы затем уже прицельно расставить по самому лучшему пути маркеры. Седьмое — это создание целых игр. Это вообще не шутка, когда-нибудь нейросети смогут вот в буквальном смысле создавать целые игры. Там задал параметры, нажал кнопку и получил готовую игру. Собственно, подобные наработки есть уже сейчас. Там аналог Пакмана нейросети уже давно создавали, плюс нечто похожее на GTA тоже было. Наверняка вот слышали новость про проект Gun Theft Auto. Плюс, конечно, есть всякие развлекательные штуки, когда энтузиасты прогоняют через нейросетки изображения героев старых игр и получают, например, их более очеловеченные версии. А еще нейросетки активно используются как раз при создании метавселенных, про которые мы говорили до этого. Я сейчас вот про все это рассказываю и понимаю, что это только вершина айсберга, продолжать можно еще долго. В общем, если хотите, пишите в комментариях, сделаю полноценный большой материал. У меня эта идея уже давно была, но немножечко останавливает то, что подобных видео на Ютубе, ну, довольно много. Особенно в западном сегменте. А в Русекторе, например, Алексей Луцай несколько лет назад выпускал очень хороший материал про нейросетки на канале ДТФ. Но если хотите, пишите, спокойно сделаю. Тем более, что каждый месяц появляются какие-то новые данные. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать ваш взгляд на игровые метавселенные. Пишите, возможно ли с вашей точки зрения подобное будущее для игровой индустрии. И нравится ли вам такое направление ее развития. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Если нужен нормальный рюкзак, ссылочка ждет в описании. Не забудьте про скидку. И до встречи в следующих роликах, которые уже скоро. Пока-пока!